Няякасны рамонт пад'езда. Жыхары дома нумар 18 па вуліцы Ліможа ў Гродні не могуць жыць спакойна. У гэтым годзе ў пад'ездзе іх 9-павярховіка зрабілі рамонт. Аднак грамадзяне засталіся незадаволенымі вынікам. Юлія Новікова разбіралася чаму. Алена Александровна живе у доме номер 18 по улице Лиможа больше за 30 годов. Лето с 9-поверховик был капитально отремонтованы. Усе застались задоволенные. И натхненными на новый ремонт, жыхары вырашили обновить подъезд. Спочатку все сподобалось, але потом нечто пошло не так. Собрались все собранием и решили сделать, вот, чтобы в подъезде тоже был порядок у нас. Но, к сожалению, наши вот подрядчики... Вроде как внешне было вначале все красиво и хорошо, но через месяц выяснилось, что трескается, вот штукатурка отлетел весь угол. С подрядчиком, який вел подъезд, был заключены договор. У документе позначены гарантийный термин на косметичный ремонт 5 годов. Однак гродинцы новенькому и чистому подъезду радовались усяго месяц. А меж тем за ремонт с кожной кватеры сбирали прикладно по 190 рублей. Найти этого подрядчика теперь очень сложно, так как есть же какие-то гарантийные сроки для того, чтобы поправить дело. Ну и хочется, чтобы наш дом был дальше более такой красивый, комфортный. Жыхары неодноразово звертались у свой кооператив за тлумачением ситуации. Со слов старшини, с гэтым подрядчиком уже были проблемы. Что ж тычется работ, проведенных у подъезде, есть на гэта отказ. Мы написали претензию Вашкевичу. Он получил ее под роспись 9 июля. В течение 10 дней он ко мне обратился. Мы обошли 4, 5, 6, 7 подъезд. Он замечания свои, недоработки осознал, обещал в течение месяца исправить. Однако месяцы прошли, а вынику так и нема. Старшиня протягивая отрымливать одни обяцанки. У подрядчика есть свое тлумачение. Про дом номер 18 по улице Лиможа он не забылся. И в ближайший час недопросовки будут ликвидованы. Я не отрицаю, если есть косяки кинуть, то мы исправим это. Вот просто сейчас люди сюда не... Надо сейчас освободятся люди, их поставлю. Это все сделают. Меж тем, час идет, коли справа не рушить с места и подрядчик не выполняет свои обязательства, старшиня кооператива мае намер звертаться у суд. А жыхары дома номер 18 по улице Лиможа продолжают сподеваться и чекать, коли недохопы будут ликвидованы, и они смогут радоваться обновленному подъезду, и ничто не будет нагадывать про историю с неякостным ремонтом.